Территория перед Дворцом спорта давно стала площадкой для торговли. Но некоторые горожане пошли дальше и решили устроить на этом месте автомойку. К нам в редакцию попало видео, на котором отчетливо видно, как хозяин красного рейндж-ровера моет своего четырехколесного друга прямо в центре города у памятника доблестным защитникам Советского Севера. Как выяснилось, мужчина – владелец одной из палаток с рассадой. Сегодня, в частности, они незаконно подключились к электроэнергии. Включили насос, полили свои цветы. Ну, да ладно, цветы есть цветы, рассада есть рассада. Они еще прямо перед дворцом здесь вымыли машины. Сам владелец машины все отрицает. Я сливал цветы, которые на памятнике. Видели, там бегония стоит. Я его мою уже каждый раз, 2-3 раза в неделю я мою этот памятник. Никто, мэрия, никто не моет. Я его мою, я ухаживаю за ним. Чем же все-таки занимался мужчина, проявлял гражданскую ответственность или мыл свою машину, предстоит разобраться компетентным органам. Руководство Дворца спорта намерено обратиться в полицию.